Всем доброго утра. Сегодня у нас 18 августа 2024 года. Маманя, как всегда, орёт. Начинаю, окно открыто, она орёт. Подождать не может, не орать свои децибелы. У нас ночью шел сильный дождь. Фактически сна никакого не было. Все полило. Звонок залило, звенел. Отключал звонок, как раз в подвал спускался. Вообще воды. Тьма. Там улица совсем у нас залила. Ужас ужасный. Это просто ужас ужасный. Бесконечная молния. Я там ничего не стал снимать. Подожди. Ужас ужасный. Нет ли скорых? Штатив. Вышка. Чего? Вот это была не погода, как не погода. Да? Иди суп дай дать. Здесь и крылышки мясные. Доставай. Айдайся. Ешь мясо хорошее. Так. Ты что там, чудо? Ешь, найдайся. Пусть ест. Чудо ходит вперед. Быська. Чего? Пойдем. Пошли, дам тебе. Пошли. Дай мне пройти-то. Пройти мне дай, Буся. Пусть вот такая это. Нет. Я тебе половинку дам. Это дома ела. Че ты мне? Или съедай все. Съедай на дальше. Усёшка. И остальные дома спят. В общем, никакого сна сегодня, никакого отдыха не было. Это было пустое ведро. Это я отсюда землю убирал. Дыру заткнул. Дыру я там не показывал. Начал копать. Цветы растут. А что они еще делают? Цветы растут в августе. Кабачки. Перца. Перчики. Ой, как сколько. Что, не сломало? Да нет, не сломала. Просто согнула. Помидоры. Помидоркины. Помидорки. Что, попобило? Побила. Ну, это выбило. Лучок упал. Думал, все равно смотришь. На своем участке живешь, думая, чтобы заборы не завалило. И расплескала морковку. Так, огурцы наши. Надо огурцы собирать. Собираем. Огурчики растут. Там.
Да вот эти собрают линейку. Ой, простите, моя ногой. Уже переросток-то какой. Тут два их переростка. Босые. Пойдемте посмотрим, что там. Так, это свекла, морковка. Пойдемте посмотрим, что там с дынями, с арбузами. Так, арбузик открылся. Бубузяка. От такого дождя, ветра. Дыни открылись. Листья поэта. Ой! Туда. Огурца. Так, вот такое огурцо. Все, убираем, убираем. Да достало орать уже. Мам, хватит там орать, а! Орут. Короче, у нас утро вот такое. Чего орут с утра пораньше? Наверное, погода так влияет. Простите меня, но на них влияет так погода. Один песни поет с утра пораньше, орут. Мама не выводит. Мама орут на него. Он еще пуще. Короче, веселая семейка. Так, что? Ладно, занесу. Думаю, огурцы их надо помыть. Они грязные. Почить. Вода чистая в бочке. Вот там, куда их окунем. Ничего страшного. Все равно воду скоро уже менять. Воду скоро сливать. Разновидность длинных огурцов. Владимир Васильевич, доброе утро. Доброе. Ну, мама приготовила вот такую. Это? Да, вкусняшки. Вот эти вот пирожочки. Тесто у меня было, начинка была еще. Ага. Вот. Пожалуйста, всем приятного аппетита, кто обедает. Кто кушает? Да. А, кто кушает, да. Да? Можно и завтракать. А можно уже и ужинать. Помничать. Ладно, ну, я тогда пойду, пусть остывает, заниматься дальше, строить, делать, сверлить. Родители пусть обедают. Да. Ну, а у нас пока не жарко. Все-таки вышло солнце, тучи ушли. Я буду делать второе отверстие. То отверстие я вчера покопал, но выкопал, наверное, на полметра всего лишь. Там еще надо будет на полметра выкапывать. То отверстие я решил долбежными работами заняться, поделать все помаленьку. Буду заниматься. Сейчас все сделаю. Вымерил все, смотреть. Ладно, буду делать. Уже состояние такое, полустояние, да? Тут ночь вся такая. А из-за этого и грозы, урагана пока все. Закрывал там, ходил. Смотрел еще, чтобы... Видите, на больших участках, когда большие заборы, у меня тут заборы 145 метров идет. От самого забора и внутренняя площадь, и снаружняя, внутренняя. Когда на отшибе живешь, там чистое поле, сзади тебя нет никаких высоток, домов защитных. Всегда следишь при такой погоде за этими, за заборами, чтобы не завалились. Неважно, как сделано, но знатный был ураган. За это лето самый сильный. Вот такая непогода. Ладно, буду заниматься. Так, куда им, Игорь, мою ножичку? Ага. Это я сейчас... Чай кипятила, это кушала, и с вареньем, и то, и другое. Прям так хорошо. И вся кружка вон из-под этого, вот посмотри, какая черная. Сейчас надо чистить. Вот поди, что мы пьем? Что у нас в желудке? Ешь, пока они еще это, тепленькие, мяконькие. Но они будут тоже мяконькие.
А что, суп не хочешь разогревать? Будем доедать супчик и кашка там осталась. Рисовая с плечиками. Куриные. Тут я наелась так хорошо, прям надо отмываться. Все, и глаза закрываются. Надо обмыться. Обмыться. Рыбку это. Вкусно? Нормальненько, вкусненько. Сварить маленько картошки. Завтра чего-нибудь сделаем с рыбой. Готовить надо будет. Две штучки не туда, не туда. Еще кытом там нарезала. А потом дать кытом рыбки. Опять эту давно не смотрела, переключила. Вот эта вот штучка идет. Экстрасенсов. Ну конечно, битва экстрасенсов. На, может быть, на миллион. Даже на 10 миллионов. Это все обман. Один человек есть сильный, который действительно. Ну, может, он не все видит, но все равно. А, это остальное все. Так. Знаешь, настоящие экстрасенсы не показываются. Они вложили куда-то свои денежки, нет, приумножили в тысячу раз и поехали отдыхать. Нет, пьют коктейли. Они коктейли просто не афишируют, но если люди, допустим, как работает сарафанное радио, если кому-то что-то помог, значит, он будет говорить. Другой так вот тянутся. Ну, а это я не считаю экстрасенсами. Они вообще должны обладать, они должны гипнотизировать, они должны смотреть сквозь человека. Они никому ничего не должны. Нету таких, наверное, вообще очень, может человек 5 найдется в мире, я говорю, есть такие сильно, а остальные так себе. Ну, может, что-нибудь там увидели во сне, на самом деле нет. Ладно, пойдемте дальше работать. Вкусненько, маме спасибо. Ну, а что ты не это, поешь еще одну ешь. Не тяжело будет. Да что там тяжело? Что-то ты быстро, 5 минут, и ты их заглотил. Говорит, ты что, их не жевал, что ли? Жевал. Я выдолбил еще одно отверстие. Здесь, в бетоне. Сейчас просто беру и вытаскиваю. Это перчатки я снял. Но беру, вытаскиваю. Надо будет целый метр фактически вытаскивать. И вот это все убирать. Делать. Так, а пока я здесь занимался, там уже все остыло, родители поели, отец рыбой позанимался, поразделывал. Я сейчас быстро перекушу и дальше работать. Одна нога здесь, другая там. Вот уже у нас и вечер. Сейчас Нюшку домой. Со мной здесь было. Копаешь, там попадаются вот эти либо кирпич, либо бетонные блоки. Неудобно. В общем, в одном отверстии у нас 65 сантиметров. В
глубина, в другом отверстии 60 сантиметров. Но это маловато. Я уперся в блоки, куски бетонные. Их надо ломом раздалбливать и еще хотя бы сантиметров по 20 сделать. Минимум у нас идет 90 сантиметров. То есть, для таких высотных столбов 90 сантиметров. Там еще много, конечно, с ними возиться, обрабатывать, но все-таки надо закончить с отверстиями. Да, Нюша? Нюша! Сейчас пойдем в душ, а потом пойду в домичек, покажу кое-что, что заказывал. Вот я уже исходил в душ, волос пока высыхает, как раз у нас темнело, поужинал, я не снимал так. Посидел, каша у нас рисовая была, поел. Все равно какая-то усталость есть, делаешь. Вот такая у нас коробочка, все-таки я решил ее в повседнев ставить, потому что сегодня мало что снимал, да и время быстро пролетело. Пока копаешься, делаешь, время достаточно быстро летит. Так, что же здесь может быть? Посмотрим. Посмотрим, что в этой коробочке. Так, ну сейчас вот так вот сделаем. А в коробочке в этой что-то есть. Еще коробочка. Не то так. Так. Ладно, пока эту сторону. Туда. Начнем с вами распаковывать. Это для нашего домичка. Для нашего домичка. Упаковано-то хорошо. Упаковано. Удобная пленка. Особенно хорошо применяется с пупырышками. Вот они. Помните? Опа. Да. Успокаивать. Это у нас так, сюда. Это у нас ящички для хранения одежды. Одежда, что-нибудь, вещей, мелочей хранить. Она вентилируемая. Свет черный. Свет получается черный. Так. Здесь получается у нас 4 ящичка. Под хранение. Потом покажу, куда все это поставлю. Это с крышками. Закрывается. Вот такие. Дальше еще одна у нас маленькая распаковочка. Это к порожку. К нашему порожку. Я там откопал сегодня. Ночью забегал, здесь сидел. Из-за этой непогоды. Так. Получается вот такой коврик. 60 на 90. Коврик на резиновой основе. Идет так сюда аккуратно, чтобы не прорезать, не спешим. Вот так вот. О, вот такой коврик, его постелить.
постелю. И я его постелю вот такой вот красивый к интерьеру, как там протру сразу. Потому что входить в обуви, обувь оставляешь прорезиненный снизу. Как прорезиновый. Вот такой. Вот такая у нас красота. Массаж ног можно делать. Ну, для обуви, массаж обуви. Ну что тогда? Вот такой у нас сегодня небольшой повседнев. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения, хотя сегодня целый день настроение не очень само по себе. И не знаю, вот такая у нас распаковка. Смотрите следующий ролик, я буду делать тоже распаковку, но чего-то другого, более такого объемного. Я постараюсь завершить за один кадр, ну постараюсь, поскольку смогу по времени. Ладно, с вами была мама Галина, Владимир Васильевич. Кстати, да, отец кушает, он садится за стол, кушает, и я сегодня не получилось с камеры побегать там поснимать. В общем, вот такой сегодня с вами день. Надо и отверстия эти копать, и трава здесь уже на этом участке все позаросло, получается, за 12 дней. 12 дней назад я косил под песок, под землю, под чистую, аж срубал. То есть я всегда чисто кошу. А за 12 дней уже вот такая трава, ну что смеяться. Не знаю, посмотрю. Завтра, может, покосим на этом, на втором участке. А может, продолжу заниматься отверстиями и сварочными работами. Пилильными, шлифовальными, потому что надо трубы подготавливать. Там работы много, и готовить, чтобы материал под покраску, под это, под сварку заниматься. Вот такой вот день на канале Подвал Ильича. Подписывайтесь на канал Подвал Ильича Яндекс.Платформа. Обычный день, обычной семьи. С вами был Сынуля Красотуля, мама Галина, Нюшка, Буська, Мусик, Владимир Васильевич, по-моему, попадался в кадр. Мышка дома. Все. С вами был Ильич. Всем пока-пока. Мы еще увидимся.